have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Это Minecraft, который Dungeons. В общем, с вами мы в прошлый раз остановились на том, что у нас вот появилась новая секретная миссия. Сказано, что здесь найти секретное место в тыквенном пастбище. Тыквенное пастбище у нас вот здесь. Ходил я туда примерно два раза. Находил разные секретные места, но ни одного из этих секретных мест не было с картой, которая открывает эту секретку. И мне просто стало интересно, то ли я что-то делаю не так, то ли как-то где-то. Я постарался аккуратненько поискать это без спойлеров, без ничего. И оказалась такая простая штука, что каждый раз, когда мы заходим на какую-либо карту, на какое-либо задание, у нас происходит случайная генерация карты. И нужно ходить на тыквенное пастбище столько раз, пока не выпадет определенная генерация карты. И только тогда можно будет получить эту... Ну, открыть это секретное задание. И таких секретных заданий 5. То есть первое мы с вами получили и открыли абсолютно случайно. Нам просто тупо повезло. А люди, я смотрел, там ходят по 10, по 20, по 30 раз, пока у них не выпадает новая генерация. Ну, правильная генерация. И только тогда они могут получить секретку. На мой взгляд, я считаю это, к сожалению, неправильным. Потому что, если у тебя есть секретка, сделайте разные генерации карты с разными входами в секретку. Но секретка должна быть каждый раз, если ей удается найти. Потому что, вот иначе бы, как бы я узнал, если бы я не пошел бы и не узнал бы. Поэтому, ребятки, давайте сделаем так. Я не буду. Я сначала думал, что я повыбиваю все вот эти вот секреточки, мы все с вами проходим. Но дело в том, что... Если я буду это делать, я буду оставлять за картами, за кадром очень много прокачки, очень много всего. Вот сейчас, например, мы с вами зашли, и у меня появился, вот, например, волк, и вот, например, лама. Потому что я вот тут, вот, у бродячего торговца покупал случайный артефакт, и мне попались эти два случайных артефакта. Эти двое ребят будут ходить со мной, драться. Я прокачал себе два уровня, пока пытался пройти тыквенные пастбища, и мне кажется, это было бы нечестно по отношению к вам, если бы я продолжал бы ходить, качаться, получать бы новые вещи, а вы бы это всего не видели. Поэтому наша следующая стратегия будет такой. Мы с вами идем по всем обязательным заданиям, проходим сюжетку, все дела. Секретки мы пока оставляем в стороне. Также у нас тут есть наша база. Тут можно походить, посмотреть и всякое такое. Тут у нас есть разные места, куда мы можем зайти. И пока я искал про сундучки, я, к сожалению, себе чуточку заспойлерил то, что вот этот вот мост, он потом... Вот этот вот мост, он потом со временем должен как-то открыться. Как, я не знаю, просто я случайно увидел, что он открыт. Поэтому, ну, будем знать, что это так. Пока что я не нашел никакого способа никак туда попасть, ни что с ним сделать, но факт остается фактом. У нас также, я нашел вот такую штуку. Это наша квартира, то, где мы всегда открываем сундуки после задания. Это вот эта комната с картинами, с камином и всякое такое. Очень прикольно. Никакой смысловой нагрузки, наверное, здесь нету. Я ничего не могу кликнуть. Ничего, это просто то место, где мы живем. И у нас тут почему-то в загоне животные. Ладно, теперь вы знаете. И животные, кстати, еще у нас здесь. И вот здесь обрушенный, обломанный какой-то мост. Я подозреваю... Карта, кстати, здесь таб не включается. Ну-ка. А М это у нас основная карта, да. Я подозреваю, что сюда мы, наверное, когда-то тоже сможем попасть. А может быть и нет. Может, я просто себе надумал. Может, тот мост опустится, и мы таким образом туда попадем. Посмотрим. Все. Больше здесь вроде ничего такого интересного не было. Покупать я больше тоже ничего не буду. Мы с вами идем в каньон кактусов. И еще кое-что. У нас вот уровень сложности. У меня сейчас, например, 16 уровень, если я понимаю правильно. То есть вот это вот рекомендуемый. Вот тут говорят, нашей мощи не хватит.
рекомендуемый вот этот. Если идти на уровне сложности ниже, чем рекомендуемый, то артефакты будут слабее, и получается, мы ничего нового хорошего для себя не найдем. Оптимально для нас сейчас пойти или вот здесь, нормальный уровень, или 1.3 сложности. Давайте, наверное, рискнем и сходим на 1.3, оно вроде как даже не в два раза. С другой стороны, мощь снаряжения артефактов 30-37, 30-39... Не, оно не стоит просто риска. Давайте пойдем на обычный. А то у нас уже есть опыт, когда нам навешали люлей. Я не знаю, какие тут... Я смотрю, вроде как будут другие мобы, другие монстры. Я не знаю, сколько он сильный. Arch-Illager seeks to summon armies of the undead, using a power that rests deep within an ancient and forgotten desert temple. Finding the temple, however, is an adventure in its own right. For the entrance lies hidden somewhere in this canyon. A sprawling maze of malevolent mobs and lost secrets. Окей, зажгите маяк. Will do. Говорят, что очень запутанно и очень хорошо, но так я этому только рад. Запутанные данжи, это прямо, ну вот... кстати, пока я проходил тыквенный вот этот вот... тыквенную фишку еще пару раз, те пару раз, которые у меня были... А, маяк прямо здесь зажечь? А, вот как это работает. Все, я понял. Я думал, где-то там пойти и в конце зажечь маяк. А он прямо здесь, это просто открывает нам. Я понял. Возможно, у нас будут такие проходы. О, блин. Столбняк. Мне кажется, ли тут сильные ребята? Так, коровы я не буду трогать. Блин, я не хотел корову трогать, она мне подвернулась просто. Ладно, регенерация. Ну, знаете, меня здесь бьют. Что я могу сказать? Меня здесь бьют. Поэтому я не буду особо выпендриваться и всякое такое. А, кстати, я же вот этих ребят... Или я их не сделал, или я их забыл призвать. Ладно. Да, что я хотел сказать. То, что я немножечко прокачал снаряжение. Собственно, мне выпало немного другое. Вот. Нет. Барашка, извини. Попала под горячую руку. А вы кто такие? Арбалетчики? Вот, у меня все равно осталась сейчас огненная аура. У меня, значит, что я одел? У меня есть вот эта бронька, я не помню, с прошлого раза она у меня была или нет. В общем, артефакт я поменял. Меч у меня сейчас... кстати, повышение урона наносимой нежити. Да вообще точно, какая разница? У меня же куча уровней, которые я не вкачивал. А, лук. Большой лук у меня не вкачанный, точно. Что у нас там было? Лучезарный выстрел. Шанс создать круговую зону, исцеляющую всех союзников. А-а-а. Шанс немедленно получить стрелу взамен. Кстати, а вот это неплохо. Давайте я вот так вот сделаю. Потому что хилить союзников я вроде как один играю. Ну, за исключением вот этих милых ребят, которые со мной ходят. Но шанс получить стрелу обратно, это прикольно. Какой у меня сейчас там шанс? 32. То есть каждая третья стрела, по идее, ко мне будет возвращаться. Кстати, из артефактов у нас есть вот перо, огненный колчан. У нас есть тотем регенерации, который я снял. У нас есть доспехи исцелителя, исследователя пещер. Они хуже, чем наши, но их пока оставил, потому что у них неплохие магии встроенные. В общем, не знаю, посмотрим. Так. Пойдемте, пойдемте. Будем пробовать, будем стараться, пытаться. Все дела, я уверен, у нас получится. Полно секретов, говорите, да? А, еще что я заметил. Ну, наверное, это очевидно, но я это заметил только в прошлый раз, что когда... ты прыгаешь... перекатом. Блин. Я вообще... Оно мне отображает... А, нет, не отображается, даже на карте. Когда прыгаешь с перекатом, потом, пока ты отдыхаешь, ты идешь медленнее. Ну, как бы мелочь, но все равно только сейчас заметил это.
Арбалетчик! Мелочи понабежала сколько, смотри. Так, блин, не знаю, воллеры меня достали, на самом деле, бесят. О, пёсель. Лама. Нет, ну, этих... Этих ребят, да, у них есть жизнь. То есть у песца нету жизни, он просто набегает, я так понимаю, как декорация. Блин, а тут яблоко, ну ты серьезно? Он детонировал на волка и потом прибежал и взорвал всего меня. Ну ты серьезно? А я не могу вылечиться сейчас, хорошо. Пойдемте сюда. Уйди, бараш. Говорят, куча секретов, куча секретов. Или я их не вижу, я слепошара, или их пока что реально не было. А, посмотрим. Хилочка отрегенилась, отлично. Пойдемте. Что вот это за кармаш? О, тут еще... Если есть враги, значит в этом кармашке мы не были. Но здесь ничего нет. Здесь просто душа прилетела. Да, вот этот артефакт с сбором душ я никуда не делал. Он, конечно, у меня остался. Потому что он слишком крутой. Это такой, знаете, моментальный побег откуда угодно. Если тебя окружили... Бах! И все. Криперы. Так ведь и убить можно, если что. Так. Взрыви! Правильно. Взрывай чужих. Не надо взрывать меня. Ребят! Детонируйте! В общем, я наконец-то понял, как правильно пользоваться криперами. Просто ждешь, пока бомбанет, и все хорошо. Нет! А что так долго-то? Фух. Да хорош за мной бегать-то. Минечку, лама стреляется? Или мне показалось? У-у-у, доспехи наемника. Круче, чем у меня. Так, давайте я сожру и посмотрим, пока восстанавливается. Эти у нас дают 167 здоровья и огненную ауру. Огненная аура мне на самом деле очень нравится. Я бы не хотел от нее избавляться, но эти дают... огненный кувырок, я так понимаю, да? Урон в секунду. Да-да, это кувырок. Потом, каждый раз, когда вам наносит урон, вы возвращаете часть этого урона атакующим. О, торны, неплохо. Сбор стрел. Снаряды иногда создают небольшой колчан стрел. О, это неплохо, кстати, тоже. А тут... Тут два. А почему вот это такое, типа, как будто оно заблокировано? Исследователь. Вы восстанавливаете небольшое количество здоровья каждой сотни исследованных блоков. Кстати, это тоже неплохо, у меня такое было. При любом использовании зелья исцеления вы также создаете случайную еду. Ну, блин, при этом я потеряю... огненную ауру. Хочу ли я этого? Давайте я подумаю. Эта бронька у меня все равно с собой. У меня не должно быть никаких проблем ее переодеть. Просто ребята, которые ко мне близко, они их очень неплохо так пригорают от ауры вот этой вот. И мне это нравится. С другой стороны, там будет огненный след. Можно будет убегать и поджигать их. Я не хочу убегать. Так, мы в этой стороне не были. А там может быть что-то интересное. Сундучок. Давайте динамит возьму. Наверное, зря душу использовал. Ну ладно. Я мог с ними по-другому разобраться. Тут пока ничего нету. Да, то есть, в общем-то, в чем фишка, что генерация случайных ивентов, как бы это ни звучало, абсолютно случайно.
То есть в этот раз, в этой генерации, в этом углу у тебя может быть какой-то вход в пещеру или какой-то домик, а в следующей генерации у тебя будет или другая карта, или даже карта будет такая же, но входа в пещеру там уже не будет. И не факт, что вход в эту пещеру будет признаменованием какой-то секретки. Блин, как бомбануло там. Шо они там? А, мне вот эту штуку зажечь надо. Лама харкается в них, я понял, она не стреляет, она харкается в них. А вот это прикольно, кстати. Так, а как мне сюда зайти? Вон они все бегут, бегут, давайте, где? Вот сюда надо. Блин, ну туда же... Там же явно выглядело как секретка. Да-да-да. Так. Вы, ребята, все уходите нафиг. Ну вот это просто реально выглядело как секретка. Хорош моих песцов мочить. Они там где-то спустились. А, вот тут они спускаются. Все-все-все, я нашел. Круто. Вот этот мост должен подняться, я так понимаю. Сюда я никак не заберусь. Окей, значит, нам сюда. Ребята, в сторону. Ха, это прикольно. Этот верблюдоид плюется. Кстати, мне колчанов стрел очень мало почему-то выпадает. Не знаю, с чем это связано. Я бы хотел больше. А, это я их подзываю, но жизни у них остаются такие же. Все, я понял. Фигов волер. На, сожри. А, тебя заплевали. Тебя просто заплевали, как какое-то это, знаешь, чмишко такое. Фу на тебя, и все. Иди. Так, вон еще. Не, знаете, пока что воллеры — это самые бесячие люди, которые здесь есть. Ну, я не знаю, люди, не люди. Может, это тоже нежит. Кто его знает. Так. Минуточку. Да, мне просто ребятки звонили, и я узнал такую неприятную для себя штуку, что паузы здесь нету. То есть, когда я нажал на паузу, вылезла менюшка, но пауза при этом не появилась. Меня спасла лама, которая заплевала воллера, который ко мне уже начал подходить, так что... Да, надо быть осторожным. Нажимая на паузу, по сути, здесь ничего такого нету. Все, маяк зажгли, можно пройти дальше. Там же ж везде мы были, я так понимаю, да? Ну-ка. Я на всякий случай еще гляну, я не помню, что... Овцо! Корова-скалолаз такая. А, ну вот, в смысле были. Вот тут вот. Вот это мы не забирали. Иначе что оно здесь делало? Ну, тут мы нажимали. Это я помню, да. Да, да, все, хорошо. Ну, по крайней мере, вернулись за джемами, и то хорошо. Так. В общем, тут есть... Дай пройти. Есть артефакты, которые дают вот такой призыв. И сколько тут артефактов призыва, я не знаю. Хорошо, что они... Блин, лама меня сейчас испугала просто, не знаю, до трусячки. Я уже начал... собирался стрелять в нее. Ну, в смысле, бить. Хорошо, что она не бьется. Так, а вот это здесь зачем? Ну, вот опять же, место для чего-то, но в этой генерации оно не появилось, это что-то. Ладно, пойдемте дальше. Вход в каньон, в город, во что? Бах! О, маги! Я по вам не скучал. Новый уровень. Крутяк. Очко зачарования. Это круто, это круто. Это хорошо. Так, я там что-то понаподбирал. Новые броньки. Не, ну вот это хорошо на самом деле. Ну, все-таки взять ее. Взять тут, например, попадание в основном наносит...
иногда создает небольшой колчан стрел. Я бы это взял бы, наверное. Каждый 30-й метательный снаряд. Меня столько, по-моему, не стреляют. По-хорошему. Взять здесь огненный след и взять следователя. Или пищевые резервы. А, кто знает. Так, булку надо съесть. Бах. Криповые крипера, блин. Крипятся на крипте. Тут же ничего нету. Ну, выглядит так, как будто ничего. Хорошо, пойдемте. Новый уровень. В общем, не знаю, насчет броньки надо задумываться, потому что... Ну, куда ты вылезла? Ты же стрелок, блин. Взяла, вылезла прямо под это. Хорош бафать, блин. Ты что за всадник апокалипсиса, блин? Я только сейчас заметил, что ко мне крип подбирается. Чё за кентавры были, нафиг? Да, вот я тоже про это же. Так, ладно. А, это я жаловался, что в меня не стреляют, и в меня решили пострелять, да? Бесполезные. Дайте душу. Блин, кстати, у меня же души были, я мог их бомбануть. Я забыл на секундочку, что у меня такая чудесная билка есть. Лава просто берет, такая, хытыщ, на тебе, слюной по лбу. Ай. Ну, мне нравится. То есть, мне всегда очень сильно нравились спутники в играх, там, не знаю, пэты или люди, кто-либо. Вот. Не то чтобы, ну, я не справлялся, мне просто нравится, как бы, компания чья-то. Это прикольно. Вот, и мне всегда нравились, например, персонажи, которые умеют вызывать самонить и всякое такое. Те же самые, неважно, друиды, некроманты, главное, чтобы мог кого-то с собой позвать. А вы что за бревна? Вот, я вас раньше не видел, ребят. Что-то новенькое. Мне вот здесь, знаете, самое противное в врагах-лучниках, то, что они начинают убегать. И есть очень противные такие враги, вот в том числе и в этой игре. Я не говорю вот прямо про этих скелетов, а в принципе это такая противная фишка в... Во врагах, когда они начинают стрелять, и потом убегают резко. Лама, покажи им. Тут какой-то ключ зелья. А, я его забрал. Просто я по нему ударил, но я его забрал, оказывается. Там дальше можно пройти, это как? Показано, что здесь есть проход, но прохода нет. Этот ключ теперь висит у меня на спине и... орёт, жалуется. А, когда по мне бьют, он убегает! Когда по мне бьют, он убегает. Причем моментально один удар по мне, и он убегает. Я, наверное, чуть-чуть постреляю. А, вот он отсюда. У
не надо тебе. Да куда ты? Вот, блин, вот бежит, бежит, прямо бежит. Валит со всех ног, щемит, блин, от меня. Тварь мелкая. Так, туда-то я прошел, а что здесь? А, там золотой ключ, я понял, который мне нужен, чтобы пройти сюда дальше. Подойдите сюда ближе. Я вас хочу аурой по этому. Аура тебя не будет трогать? Трогай. Я его сейчас аурой сожгу. Я не знаю зачем. А, он сообразил, кстати. Так, ладно, вон золотой ключик, нам туда. А что здесь? И почему сюда что-то ведет? Ну. Стой, не, погоди. Я не могу туда никак попасть. Хотя, по идее, может быть, им должен был бы мочь. Блин! Чуть не убили. Обычно исследовать эту пещеру. Сейчас на обратном пути начнут появляться, да? И тут тоже будут. Да, конечно. Ключику явно не хочется, чтобы его тащили. Он такой, нет, нет. Блин, эти звуки, это вообще что-то. На, откройся. О, там что я заберу. Вот сюда бы сейчас динамита, кстати. Было бы хорошо. Все, ребят? Блин, посмотрите на пёсель. У него вся морда истыкана стрелами. Так. Мы, типа, все загадки тут решили? Мне до сих пор интересно, а почему здесь тогда вот это место? К чему оно? Оно выглядит и здесь тоже. Как будто, знаете, явно подо что-то, но... Я не могу туда забраться, ладно? Ладно. И теперь понимаете, в чем прикол? Я не могу быть уверен. Я просто не нашел какую-то секретку, или просто ее здесь нету в этой генерации, и поэтому пофиг ее искать. В общем, как-то вот так вот. Да, можно вот сюда сходить. А зачем? Ну, то есть, да, я сюда добрался, а зачем? Хо, вот это сейчас странно было. Ладно, перекат, перекат. Ха! О, оно даже их с первого раза не убивает, офигеть. То есть эти деревянные ребята настолько крепкие. Зато эти не настолько крепкие. Неплохо, неплохо. Можно вот так вот распигарить. Просто врываешься в толпу. И разменсиваешь их. И размешиваешь. Раз втыкиваешь. Ну, короче, что ты с ними делаешь? Пёсель. Так, а тут что? Тоже, типа, возможность под это, я понял. Вот тут, к сожалению, ну, наверное, такой небольшой минус. Ну, кстати, возможно, это не минус, а возможно, это просто сделано под...
какую-то групповую игру, и чем больше у тебя человек в пати, тем больше у тебя будет загадок и всякое такое. И потому что я играю один, то возможно, что и у меня и загадок, и бонусов меньше, иначе было бы слишком жирно, да? Вот, как вариант. Не надо никого бафать, тут они так все нормальные. Все, булку с яблоком съем, и все нормально будет. Остановлюсь. Нормальные люди так и восстанавливаются. Знаете, когда такой заболел, и тебе говоришь, нужно лекарство, сходи к доктору. Я сейчас бутик себе намажу, и все нормально будет. Ну, такие реальные пацаны. Вот, да, так что... Лечимся пацанскими методами. Ты откуда ты взялся? Чтоб тебя... Прикиньте, просто ходит. Возможно, он даже отсюда приплелся за мной, потому что он медленный. Так, нам вроде сюда. Поехали. Ну, тут ничего нету. А если найду? Че есть? А если найду? Че-то слишком много пацанской тематики стало за последние 5 минут. Ладненько. Блин, такие скачут копытами. Так, главное не свалиться, да? О, ну да, да, как сомневался. Давай, кого ты мне тут наспавнишь? Вторая волна? Да. Да, говорю! Главное залезть сразу в центр, чтобы размахать. Вот как вот эти стрелки, они сейчас разбежались и все. Не многовато ли будет, а? О, уровень. Окей. Да. Мы их сделали. Ламу отдайте. Спасибо. Неплохо, хорошая такая битва. Ну вот, видите, в таких случаях накопитель душ он выручает просто по-царски, потому что, ну иначе, как бы я что-то там бы выкрутился, меня потом, по-моему, забили бы, не? Такие, да забей. Когда тебя обижают, просто забей. Забей их до смерти. Ну, то есть, вот это то, что сейчас здесь было. Опа, ну, сюда, сюда, сюда. Что тут? Ну, тут такие, блин, классные эти нычки за нычки. Ай. О, блин, я думал, сундук появился. Иногда бывает такое, я уже встречал, пока бегал по этому потыкленному, такой, приходишь в какое-то место, там ничего нету. Как только ты там оказываешься, из ниоткуда появляется сундук. И такой, о, круто. А, все, что ли, победа? Who knows what truths and treasures await you inside? Победа, победа. После обеда. Сундучок я обязательно заберу. Вот, кстати, да, вот наша квартирка, где мы открываем сундуки. Тотем защиты. Тотем излучает мощную энергию, воздвигающую надежный щит. Что у нас на карте открылось? Есть пустынный храм. А, собственно, это куда мы и шли. Из каньона кактусов мы прошли вот сюда, к пустынному храму. И это теперь наше следующее задание. И есть шахты. Шахты красного камня. Окей, я вас понял. Тотем защиты. Длительность 6 секунд. 20 секунд отката. Чем мне с броней делать? Так, кстати, меч. Этот меч похуже. Но он, кстати, с двумя бонусами. Он похуже. А, это мачете. Это меч. Этот 45. 73, а этот фиксировано 44. Нет, ну меч в этом случае получше будет, конечно. Поэтому до свидания. Так, бронька на 30. 171 здоровья. 167 здоровья. Кольчуга. Поглощение урона и урон в ближнем бою. Это кольчуга. А поглощение урона... аура увеличения ущерба от оружия. Блин, а вот это мне, кстати, даже повыгоднее будет. Ну, то есть... 246 здоровья.
Поглощение урона 35, урон в ближнем бою плюс 30%. Урон в ближнем бою плюс 30%. Это круто, кстати. Уровень 18, я 2 уровня получил. А тут поглощение урона 35. Поглощение урона 35, урон в ближнем 30%. Аура увеличения ущерба от оружия. То есть на 10% меньше добавка мне, но это будет буст на всех. Но это опять же групповое. Ага, такой, ага. А я не уверен, что хочу это. Так, это у нас доспехи. Аура увеличения ущерба от оружия 20% представляет вам питомца летучую мышь. Кстати, а, вот, да, почему я оставил вот эти доспехи. Эти разберу, у нас есть более новые. Вот почему я оставил эти доспехи. Предоставляет питомца летучую мышь. То есть это еще один такой саммон. Вещь такая. Так. Толкание 5. А почему? Ну, то есть уровень разный. Это отталкивает врагов от нас. Вот это, наверное, я разберу. Да. Вот эту броньку на 30 я, наверное, тоже разберу. И вот эту броньку на 30. Я не уверен, хочу ли ее разбирать. Есть 33 и есть 36. 33 я тоже разберу. Вот, сейчас мы вещи-то поскладываем. Жалко, они не... Может, их это можно сделать, чтобы они авторенджились. А, у нас есть вот кольчуга на 31. Но опять же, скорость так повышается, пока у вас меньше половины здоровья, это мне не нравится. Попадание, да, на ресайкл и это. Ну, то есть мне тут бонусы не нравятся. В общем, пока что, наверное, я не буду ничего менять, но и продавать вот эту штуку я тоже не буду. Пусть она будет. Кстати, тут у нас... Просто проверим, ничего ли у нас не открылось. Знаете что? Я, наверное, проверяю это все в следующий раз или между сериями. Или что, если что-то новое найду, я вам покажу. Квартирку мы сегодня нашу заценили, данжик сходили, ну не в данжик, а на задание. Теперь у нас есть шахты, есть пустынный храм, и это, наверное, приведет нас к вот этому темному замку, материк и островные королевства. Островные королевства это DLC типа? Скоро, понятно. Отправляйтесь на материк. То есть, наверное, вот это вот у нас и будет наша сюжетка, да, я так понимаю? Хорошо. Все, ребятки, тогда в следующий раз пойдем в шахты. Тут нам прям... Рекомендованная сила 27. У меня 28 как раз туда, куда надо. Хорошо. А здесь рекомендованная сила 20... А, ну это под этот уровень сложности. Хорошо, меня встретили. А, есть еще вот это заблокированное место. Я так понимаю, что оно через шахты откроется. Мы здесь вот тут пройдем, и, возможно, у нас будет выход сюда. А пустынный храм у нас будет выход вот сюда. Все, теперь стало более-менее ясно, понятно. Ясно, понятно. Все, ребятушки, на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.